Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёствана, это очередной выпуск, посвященный игре Shards of War. Итак, друзья, сегодня мы поиграем на Warhead. Вообще в игре появился новый страж, но он, к сожалению, мне на бесплатном выборе недоступен. Зато за Warhead я, по-моему, тоже ни разу не играл, зато кучу раз его видел. Это один из начальных стандартных персонажей, и, в принципе, мне кажется, он не может закатить. То есть мне, наверное, на нем понравится, потому что он такой, знаете, массовик-затейник, дальний урон. В общем, давайте быстренько пробежимся, что у него тут есть. Наносит дополнительный урон дронами, дроном. Так, отлично, хорошо бьет дронов. Выпускает ракету, нанося урон врагам в зоне и замедляя их при попадании. Хорошо, радиус базовой атаки Вархеда увеличивается, и она наносит массовый урон. Тоже неплохо. Оглушающая граната. Бросает гранату, нанося урон и оглушая врагов после небольшой задержки. Замечательно. И насчет нашего ульта выпускает несколько ракет в определенную зону. Ну, это я помню, да, они там то ли случайным образом, то ли по кругу по какому-то. Ну, в общем, это мы тоже помним. Много таких, знаете, массовых. Короче, тут гранату кидаешь, на область оглушает, там атаки по площади с обычной, да, то есть на время ваши обычные атаки становятся мощными. И, в общем, ракета, которая замедляет врагов, это тоже хорошо. В общем, это все очень хорошо, сейчас посмотрим, насколько это хорошо на практике. Итак, друзья, наконец-то у нас началась игра. На самом деле у нас сначала игра не началась. Ну, по крайней мере, там кто-то один, знаете, как всегда, там паршивая овца какая-то в стаде. В общем, кто-то то ли не загрузился, то ли ливнул. И в итоге мы, в общем, начинаем заново. Ну, давайте быстренько, я не знаю, скиллы протестируем. Ну, хотя бы посмотрим. Так, пробел это у нас граната. На Е это у нас, короче, включить обычный залп, только чтобы стрелять дальше, да? На правую кнопку замедляющая ракета. Так, и там уже драка несется, нам некогда. Ну, на R, в общем, мульт, как всегда, это понятно. Бабах, ракета далеко летит, красиво. Так, вот это у нас атака очень далеко бьет. Но парень ушел дальше. Ладно, ушел, друзья, не гонитесь за ним, пойдемте на центр. Там он уже наших сейчас порешат вообще, что-то с нашими. Я хотел его отрезать, я думал, он сюда побежит. О, смотрите, далеко-далеко летят ракеты вот этим скиллом. Но у нас тут в спину двое заходят. В общем, все как-то... Все где-то бегают, где-то не там. Я не знаю. Попали? Отлично. Как вам, друзья, такое? Ну, я не знаю, мне кажется, этот персонаж как раз для меня. Я люблю дальнобойных ребят. Ракета попала? Нет, не знаю. Я не люблю лезть на передовую. Люблю из-под тяжка там издалека накидывать. В общем, этот персонаж как раз хорош для этих целей. Собственно говоря, как и Валькирия, которая мне тут пытается тоже. Ох ты, ё-моё. Так, все, я отхожу. Отхожу и вот отсюда уже с дальней дистанции пытаюсь там чем-то помочь друзьям. Короче, пойду лучше аптечку возьму. Это, наверное, очень всем поможет, если я не умру сейчас. Но у нас тут уже, знаете, уже как бы похоже я набрал какой-то рейтинг. И у нас тут уже не попадаются враги-тюфяки. И союзники тоже. В общем, уже какая-то более-менее сложная игра начинается. Так, отлично. Ох ты, и этого парня мы замедлили. Давай. На гранату напарись. А ты находишь напороться на нашу гранату. Блин, куда ты бежишь? Куда она? Налево, направо, прямо? Куда она ушла? Друзья, пойдемте ее искать. Давайте, не найдем так этого убьем. Ох ты, смотрите-ка. Вон она пробежала. Ну давай, добьем, давай. Нас тут вон встречают слишком лихо, я не знаю. Куда ты, зачем ты полезла сюда? Все, один я уже не хочу. Давайте ракету на отстрелочку и уходим. И сейчас скажет, не поддержал меня, там скажет, Warhead фуфло. Может быть и фуфло, и, друзья, не буду спорить. Но как мне сдается, что она зря туда полезла. Сейчас еще нашим вот этим друзьям в спину могут зайти, я не знаю. Попробую к ним присоединиться. Если мы будем сейчас втроем, то это будет не так плохо. Так, по крайней мере. Тут мы разобрались. Отлично, здесь я хотя бы своих друзей не подвел. В принципе, двух врагов мы тут погребли. Пойдемте вот сюда. Поморгаем кому-нибудь, пускай нам помогут. У нас вообще персонаж вроде как
вроде как имеет повышенный урон по монстрам, да, вроде как я должен хорошо с ними справляться, и, по-моему, неплохо. Ну, может, неплохо, потому что мне тут Калибри пришла помочь. Короче, я пойду просто сейчас на базу телепортанусь. Что это? Базовые атаки восстанавливают энергию. Как у нас с энергией, друзья? Ну, пока что, мне кажется, хватает. Каждые несколько секунд следующая базовая атака наносит дополнительный урон. 30 урона. Ну ладно, давайте в урон пойдем. Хотя вот энергия, мне кажется, это как раз то, что нам надо. У нас там ульты, ракеты. Если все это спамить без конца, это надо все спамить без конца. Ох ты, смотрите, что у нас тут творится. Я прямо ультом в него сейчас зарядил. Может быть, зря. Нас тут много было, но я что-то боялся. Они какие-то дохлые, надо было их спасать. Так, нам пингует, чтобы мы защищали вверх. Давайте защитим. Давайте, почему бы и не защитить. Так, и я не знаю, давайте я попингую. Может быть, вот этого лесного за ребята заберем. Там он что-то враги на центре бегают, я не знаю. Валькирия, я бы на твоем месте отошел. Да, молодец. Вражеская калибри. Ух ты, смотрите, как ее прямо сдуло. А враги у нас нанизу, в спину заходят нашим. Ну, мы сейчас, точнее, мы им сейчас в спину зайдем. Хотя они, она знает, да, у них тут точка. Ага, вы куда пошли у нас, друзья? Вот. Баба! Короче, может быть, я слишком поздно свой ульт кинул, но, в принципе... В принципе, я не знаю. В принципе, знаете, лучше иногда перебдеть, чем не добдеть. Смотрите-ка, какой ты наглый. Ты ничего не попутал? Нас тут вообще-то как бы вся команда. Смотри, он еще... Неужто вы дадите ему, друзья, уйти? Нет, ему, конечно, не дадут уйти. Потому что я в это просто не поверю, если ему дадут уйти. Но мы тут тоже такие на хитах. О, отлично, меня решили подлечить маленько. Смотри, тут тоже врыв такой был интересный. Врыв такой, ну, не знаю. Может, она надеялась, что тоже, что мы тут все на хитах, что хоть кого-нибудь заберет. Короче, я пойду на базу подлечусь, хотя у меня уже половина здоровья и маны восстановилась. 3-0, друзья. Ну, у нас вообще, у нас сейчас, знаете, что называется, тотальный дестрой. Да, у врагов нету нормальной игры. 0-3, 0-3, 1-4, 2-3, 2-0. Ну, есть один нормальный там... игрок, но, знаете, когда вся тима не тащит, уже даже хорошим игрокам трудно тоже тащить. Так, наверху нашего убили. Враги подтягиваются к нашей вышке. Так, на центре наших тоже там берут в клешни. Но я не знаю, я попробую сейчас вверх отстоять. Смотрите-ка, а враги-то пошли. Вон туда, на Рашун. Ну, не знаю, вы же не пытаетесь ее бить сейчас? Бам-бам. Смотрите, как, какой идиотизм. Они там вдвоем, да, ее били? Они даже ей урона никакого не нанесли, еще и погибли тут. Не, ну это, друзья, это полная нелепица. Давай, пойдем посмотрим. Там могут быть враги. О! Так, все плохо, 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 плохо. Спасать меня, спасать. Ракетница. Нет, нет, друзья, я не ушел. Вот страйкеру попроще уходить. На нем как бы прыжки там всякие. Ему проще убежать от врагов. На моем персонаже как бы убежать именно, догнать. Ну, догнать я могу только своими дальнобойными снарядами. Да, у меня довольно далеко бьют атаки. Но вот именно убежать от врага на том персонаже, за которого я сейчас играю, не очень легко. И совсем не легко. Нету каких-то, знаете, как на других персонажах, там, временных неуязвимостей, каких-нибудь щитов, прыгалок хотя бы, да, там,
или там временного ускорения, ничего подобного. Эй, ребята. Где он? Все. Ох ты, смотри-ка, что творишь. Давай, давай, сейчас у тебя пропадет это твое. Ах ты, блин. Смотрите, что творят. Ну, напугали, напугали. Напугали, так напугали. Еще он... Отлично, да? Кажется, мы его... Ох ты ж, черт! И тут еще враги. Да что ж такое? Такое, знаете, такой сейчас кипиш глупый был. И в итоге меня все-таки... ну, я того забрал, да? Я того забрал, который вот тут бегал. Я его все-таки добил здесь ракетой. Но после этого мне надо было уходить. И вроде здесь наверху один враг был, а здесь нанизу другой тоже по моим пятам шел. Мне надо было как-то, я не знаю, как-то надо было кооперироваться со своими союзниками, чтобы они мне помогли как-то слинять из этой ситуации, я не знаю. Мне уже трудно сейчас, как бы это. Вам там со стороны виднее было, а я тут как-то не успел обратить внимание. Ну и пока тут наши ерундой занимаются, нам сносят верхнюю вышку. Но враг за это поплатился, за вышку своей жизнью. Хотя бы это радует. Так, на точку у нас идет калибри захватывать. Калибри, а ты ничего не попутала? Ну, смотри, как у тебя все... Ах ты ж, да ё-моё. Какую я глупость совершил. Я думал, что она сейчас туда отойдет. Я не знаю, почему я думал, но я думал, что вот это вот хотя бы Джеминем мне хоть чем-нибудь, блин, поможет. Вы видели, я был здесь. Калибри была здесь, здесь был наш союзник. Что он делал? Чем-то занималась Джемини? Чем-то занималась? А, ну все, понятно, 3-7, понимаете? Вот при том, что 9-0, при том, что 5-3, 2-0, она умудряется сделать 3-7, поэтому на нее можно просто, как на игрока, ну, просто можно на нее не рассчитывать, друзья. Вот как бы, как будто нет Джемини. Как будто нет Джемини, ну, как бы вот как-то так. Ай, ладно, ладно. Ну и я сам тоже там дурак, я такой ульт. Надо было просто, знаете, вот когда перемудришь там что-то, сейчас она туда отойдет, а я сюда кину, она будет отбегать. Просто бей в цели, все. И тогда ты точно не промахнешься. Ну, она уйдет через какое-то время из-под огня. А там, знаете, вот это, я сейчас кину там скилл наперед. Блин. Вот эти ракеты, я не знаю, как они действуют. Они... ну они, наверное, летят, и если по пути встречают врага, то они его задевают. Если нет, то они, ну, летят дальше и пропадают. Ну, так же, как обычные пули, да? Просто это обычные пули увеличенного радиуса. У нас там что-то нездоровое у врагов наверху творится. Там двое наших. И целая куча врагов. Похоже, их сейчас раскатают. Уже нет смысла туда бежать, кому-то помогать. Нам, ребята, маячат нарошу, но я не знаю, пойдем наверх или пойдем центр сносить. Так, этот вбежал и сдулся, причем так очень лихо, очень быстро сдулся. У нас сейчас реальная возможность врагам снести башню. Так, больно, больно, больно. Неплохо, неплохо, друзья, они такой сделали врывчик и всех раскатали. И, ну, вышку они свою не спасли, да, вот у них рядом с базой вышку мы все-таки забрали. А это что значит, друзья? Это значит правильно, это значит, что теперь по центру у нас крипы будут идти лучше, чем вражеские, и нам будет играть легче. И вообще что-то у меня под конец вот все плохо пошло сейчас уже. Я на третьем месте по очкам, 5-4, в общем, начал сливать жизни, никого при этом не убивая. Так, пойдемте быстрый деф попробуем нашей вышки.
Ух ты, ё-моё, да ты что творишь? Ты ничего не попутала? А она, смотрите, она, друзья, ничего не попутала. Да, блин, пока одного бьешь, он погибает, на другого переключаешься. Ну, в общем, я тут опять... Друзья, друзья, я опять тут, короче, ерунду творил. Ага, она назад вернулась. Так, не вовремя. Джемини, кстати, молодец, залечила меня в этот раз. Как бы не на себя кидала, хотя у нее там тоже со здоровьем все не слава богу. В общем, зря ругался на Джемине. У нас, друзья, 7-4, мы что-то маленько вроде исправились, даже два фрага где-то успели надыбать. Мне казалось, что я сейчас вообще ничего не делал в этих замесах и вообще какой-то ерундой страдал, в то время как другие были заняты делом. Но вроде оказывается, что не так. Отлично, гранатка еще отлично пришлась. Погоди, он что, ушел? Он что, ушел, я вас спрашиваю, друзья? Пойдемте наверх, попробуем вархеда выцепить. Вон там, который на центре решил нам отобрать. Блин, пока я тут за вархедом. Там, кстати, двое на нашего одного. Можно попробовать спасти страйкера. Страйкер, ты как там? А страйкер нормально. Ладно, я не хочу особо лезть, если честно. Там их тоже двое, как бы. Так, вон они наверху. Ну ладно, если уж мы начали, я не могу просто так и союзника вроде бросить. Просто так нельзя. Блин, это, видели, только я ульт сделал. Как... А он оттуда ушел, он туда не пошел. Все, 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 отходим, отходим. Отходим, 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 друзья. А то я ерунду сейчас творю. Новый уровень. Пойдемте на базу маленько залечимся. Или вот здесь. Но в любом случае я бы не против энергию восстановить. И уже куда-нибудь, я не знаю, вон нанизу что-то. Двое врагов гонят одного нашего. Мы, короче, будем как Чип и Дейл. Мы опять спешим на помощь. Блин, Чип и Дейл на этот раз, друзья, не успели. Да, мне моргают, в принципе, не зря, что тут наших союзников нету. Враги наверняка, да, переместились на центр. Сейчас отсюда могут вылезти. Так, очень нехорошо. Гранатка оглушающая. Так, ракета в никуда. Так, ну ладно, ладно. Я слишком здесь вперед не буду. У меня слишком мало спида, чтобы отойти. Так, вон там я смотрю нашу. Атакует, надо ее спасти. Она куда-то через верх решила отходить. Я уже туда не побегу. Буду просто сейчас тогда крипов валить тут. Так, наверху там что-то затевается. Там кобра дерется. Так, и что вы закатали нашего, да, и ушли, и уйдете, да, вот так возьмете и уйдете. Да, они так возьмут и уйдут, друзья, ну, собственно говоря. Я даже не побегу дальше, мне как-то опасно, я боюсь, что мне в спину могут выйти. Короче, пора, наверное, отходить. Так, на центре я все смотрел вот на этого врага, но его уже тут нету. Игра у нас что-то затягивается. 7-4, 12-2 вон там у калибри у нашей. Вообще калибри зажигает. Эх, чуть-чуть он, я думал, он сейчас пойдет на нашего прыгать там.
у вас тут много же, друзья. Ох, и много же вас тут. Извини, друг. Я ничего не мог с этим сделать. У вас тут, друзья, очень много. Давайте, атаки по площади. Да, блин, у вас тут и калибри это. Страшно, страшно, страшно. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Так, Джемини, спасибо за подмогу. Но это все очень, друзья, опасно как-то. Это прям тут страшно опасно. И хотелось бы... Блин, вот там у нас калибри наши где-то среди трех врагов. И наши вроде бегут на помощь, и вроде как, я не знаю, не зря, да? Угу. Враг поздно опомнился с этим скиллом. Ну, у нас, смотрите, мы уже снесли врагам две вышки. Мы, в принципе, сейчас можем прессовать, да? У них трое мертвых. Самое время, чтобы просто сносить врагу трон. Самое время сносить трон. Можно даже, наверное, вот так способностями. Короче, все, все для фронта, все для победы. Короче, все скиллы сюда. Все, друзья. Такая легкая, быстрая победа. Можно было бы даже не показывать. Я люблю более какие-то, знаете, более переходящие бои, в которых инициатива переходит туда-сюда, обратно. Но, надеюсь, вам понравится и так. В общем, играли мы за Warhead. Если понравится, ссылка на игру будет в описании. Можете поиграть сами. Ну, а я на этом прощаюсь. До новых встреч, друзья!